10 секретов хорошей рассады. Вырастить хорошую качественную рассаду удается не всем. И это неудивительно. Ошибки и проблемы встречаются не только у начинающих, но и у опытных садоводов. Ведь чтобы получилась крепкая и здоровая рассада, необходимо учесть много нюансов. Сегодня мы расскажем 10 секретов, которые вам помогут. Первое и самое важное – это ваше настроение и положительные эмоции. Многие огородники замечали, что когда начинали сеять семена в плохом настроении, то рассада росла хилой и слабой. А случалось, что семена и вовсе не прорастали, так что ваш настрой не менее важен, как и благоприятное время. А это второй пункт. Существуют фазы Луны, при которых рост растений себя показывает наиболее хорошо. А есть время, когда с растениями лучше не работать. Если вы придерживаетесь лунного календаря, то рекомендуем вам совершать посадки именно в благоприятные дни. Внизу под видео вы найдете ссылку на лунный календарь нашего видеоканала. Третье. Емкости для рассады должны быть хорошо вымыты, чтобы с предыдущих посевов не занести болезнетворных бактерий, вирусов или вредителей. Если вам это сделать некогда, то обработайте почву биологическими препаратами. Четвертое. Большая часть рассады требует при росте добавления земли. Поэтому не наполняйте контейнеры доверху, оставляйте запас. Это вам позволит беспроблематично совершать дальнейшую работу с рассадой. Пятое. Сейте семена на уплотненную поверхность земли. Если семена посеять в рыхлую землю, то у семечка не будет плотного соприкосновения с почвой. Это замедлит его рост. Шестое. Поливать необходимо уплотненную землю без семян. После полива надо дать воде впитаться и только потом класть семена. Затем нужно присыпать семена грунтом и опять слегка уплотнить, но не сильно. Емкость с сеянцами нужно закрыть пленкой. Это создаст микроклимат, в котором семена будут чувствовать себя наиболее комфортно. А также пленка защитит почву от пересыхания. Ее можно будет немного приоткрывать после того, как появятся первые всходы. Убираем пленку постепенно, наблюдая на то, как реагирует на это рассада. Восьмое. Важный пункт – это досветка. С первых дней она необходима семенам, посеянным по поверхности грунта. Это ускорит процесс прорастания и сделает растения более сильными. Если есть возможность, то досветку делайте всей рассаде. Примерное время досвечивания – от 9 до 12 часов. Девятое. Температура в помещении, где у вас растет рассада, должна быть ниже, чем в жилом помещении. Это также будет влиять на качество и рост культур. Десятое. Любая рассада лучше перенесет засуху, нежели избыток влаги. Это не значит, что надо доводить почву до пересыхания, но своевременный полив – это залог здоровой рассады. Желаем вам, дорогие друзья, крепкой, здоровой и сильной рассады и богатых урожаев. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Мы будем вам рады.